ПВР, где проживает Виктория вместе с дочкой, находится рядом со Спасо-Преображенским мужским монастырем. Гулять здесь одно удовольствие. Эти святые земли подарили мне мой смысл жизни, мою дочь Киру. Вот. Это мое будущее, моя надежда, мое счастье, мое все. То есть в это непростое время это мой свет в окошке. О своей прошлой довоенной жизни Виктория вспоминает с грустью. Чтобы спастись, пришлось бросить жилье, любимую работу и уехать из Мариуполя. Всю свою сознательную жизнь работала в любимом ресторане. Шикарное заведение по всей Донецкой области до сих пор работает, даже в таких страшных условиях. Вот. А потом просто так сложились обстоятельства, я переехала в город Мариуполь. Вот. Прожила там 2 года и застали эти ужасные события меня там. Пункт временного размещения стал для Виктории вторым домом. Люди, проживающие в нем, заменили семью. Мы приехали самые первые, нас 17 марта привезли. Вот до сих пор живем. Все мы живем как большая семья. У нас и горе, и радость. Все, как бы говорится, все нас сплачивает, друг другу помогаем, стараемся. Ну, теперь у нас маленькая девочка появилась. Ждем. Некоторые дети приехали, они были еще маленькие, ходить научились. А вот теперь ждем, пока наша самая маленькая девочка будет расти на радость маме. Ну, и всем на радость. Виктория, семейка очень благодарна Мурому и его жителям за всестороннюю помощь. Благодарна городу Муром, что радушно принял нас. По сей день нам помогают, чем могут. Гуманитарная помощь, памперсы, пеленки. Верю, что настанет этот светлый день, будет светлое мирное небо у наших детей. Верю в светлое будущее. Свое будущее Виктория связывает с Россией. Говорит, что грандиозные планы строить еще рано. Пока мама с ребенком живут в пункте временного размещения. Сейчас в ПВР 56 беженцев из Донбасса. В их числе вместе с новорожденной Кирой 12 детей. Елена Петрова, Артем Корнилов. Наши новости.